гелевый пистолет на электроприводе Angry Ball Glock в комплекте с аккумулятором. Интернет-магазин «Попади в десятку». За основу этой модели был взят пистолет Glock. Выполнена она из пластика черного цвета. Такие пистолеты стреляют мягкими гелевыми шариками. По заявлению производителя, дальность стрельбы составляет 20-25 метров. У этой модели есть удерживающаяся на клавиши съемная рамка. На этой рамке находятся два посадочных места для бункера с шариками и для лазерного прицела. Чтобы ее снять, нужно нажать на клавишу, а при надевании она сама защелкивается. Также у этой модели есть и функция blowback. Во время каждого выстрела затвор пистолета движется. В комплекте здесь есть две дульные насадки. Они вставляются в специальные пазы на рамке затвора и, проворачиваясь, закрепляются там. Несут они в себе только бутафорскую функцию и никак не удлиняют настоящий ствол. Одна насадка короткая и имитирует только выступающий ствол, а вторая уже больше и имитирует дульный тормоз. Посмотрите на экран, сейчас эта насадка надета неправильно, и на самом деле ее нужно было еще и провернуть на 90 градусов. Идущий в комплекте лазерный указатель в пластиковом корпусе включается с помощью ползунка. У его батареек есть предохранитель, и прямо из коробки он будет у вас не разряжен. Несмотря на свою игрушечность, светит он довольно нормально. Устанавливается прицел на нижнюю планку и держится там за счет силы трения. Идущий в комплекте аккумулятор устанавливается в специальный отсек, крышка которого находится в пятке рукояти. Здесь же расположен и предохранитель. У пистолета есть один провод с контактами, а у аккумулятора уже два. Один для пистолета, а другой для зарядного устройства, идущего в комплекте. Аккумулятор подсоединяется, убирается в отсек, крышка закрывается, и пистолет становится готов к стрельбе. Как и говорилось, во время каждого выстрела у пистолета движется его затвор. Этим, кстати, объясняется и необходимость вот такой съемной рамки, ведь на нее сверху еще будет установлен и бункер для шариков. В этой модели этот бункер представляет из себя обычную пластиковую бутылку в форме гранаты. Накручивается он на специальную деталь, у которой есть резьба. Эта деталь присоединяется на рамку сверху, а вкрутить в нее, кстати, можно и любую другую бутылку, даже большего размера. Стрельба гелевыми шариками подходит для детей, ведь это весело, а самое главное безопасно. В комплекте с пистолетом есть два пакета с такими шарами, которые сначала нужно напитать водой. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.